Никаких задержаний и подозрительных лиц вокруг. Только праздничное настроение и любимые коллеги. Мужская часть коллектива Одинцовской Росгвардии организовала праздник к Международному женскому дню. Ежегодно мы придумываем какие-то для них подарки. Стараемся улучшить нашу атмосферу в нашем отделе, в нашем коллективе, чтобы наш прекрасный коллектив также нас всегда поддерживал и добро нас любил и уважал. А гид-бригада «Звездный десант» Лео Шлюбич, Алексей Блинов, певица Анири, скрипачка Наталья Александрова. Шоу-программа была насыщенной. Зрители тоже не оставались в стороне, вместе с артистами исполняли любимые песни. Вы знаете, было очень неожиданно. Столько известных людей. Это был приятный сюрприз. Очень понравилось, честно. И хотелось бы, чтобы такие подарки нам делали почаще. Наши мужчины на службе нас балуют. А этого артиста как будто ждали больше других. Но приглашенной звезду его назвать нельзя. Евгений Попов – старший полицейский и по совместительству баянист. Ну, хотелось угодить слушателям, как всегда. Мне нравится, когда зал поет просто. Вот. Я думаю, получилось. Поздравили более 50 прекрасных сотрудниц Росгвардии, одарили их цветами и самыми теплыми пожеланиями. Пообещали и впредь только баловать и поддерживать на их такой непростой службе. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».